Вот такой вот обновки у компа. Теперь видеоролики будут выходить чаще. Два моих прошлых видеоролика вышли с разницей в 5 дней. Теперь каждые 5 дней новый видеоролик. И будут выходить видеоролики не только Second Patrulli, но и другие видеоролики. Например, вот зацените вот этот видеоролик. Это 10 фактов о Supreme. Я думаю, многим из вас он понравится. Ну а также я по традиции сейчас передам приветы. Для начала я передам приветы тем, кто репостил прошлый патруль из ВКонтакта. А это... Денис Журкин, Кирилл Торт и Илья Воропаев. Теперь я передам тем людям, которые писали в комментариях. Это Ярослав Овчинников, Герман Торшагов, Дима Красулин, Богдан Гурц, Данил Гвардеев, Максим Илюшин, Артур Кузнецов, Сергей Токаренко, Денис Корчагин и Рудольфу, который ходил с нами на завоз, и теперь он в армии. Давай, держись там, брат. Если ты хочешь, чтобы я тебе передал привет, или пиши в комментариях на ютубе, или репости этот видеоролик из ВКонтакта. Ну а также я хочу поздравить всех моих подписчиков с прошедшим Новым годом. Нас уже 18 тысяч. Вы вообще красавцы. Я не знаю, что бы я без вас делал. Вместе мы покорим Эверест Ютуба и покажем, кто тут царь горы. Вы сила, братья. Йоу-йоу-йоу, на улице еще темно, а у нас новый завоз уже. 4 сезона, да, вот, я сейчас в него направляюсь. И хочу вас спросить, почему вы так дико хейтите Пукан? Вот действительно, я просто не понимаю. Я же не заставляю на нем никого играть. Сами посудите. У меня 18 тысяч подписчиков. И я до сих пор снимаю на розовую камеру за 2000 с Алиэкспресс. Вы серьезно? Я хочу поднакопить немножко денег, взять себе новую хорошую камеру. И действительно, вот сами подумайте. Вот вы сейчас слышите очень плохой звук. У нее микрофон просто фуфло. Вы сами видели, наверное, концерты Фараона. Какой был идеально чистый звук. Просто ни одного момента не было без... Такие пироги. Лучше поддержали бы меня стёбным комментарием, как вот этот паря. Спасибо тебе большое. Поддержите лучше стёбным комментом или что-то в этом роде. Ну, а я вообще уже пришел к Сэшке. Потом расскажешь. После завоза. Видно, не судьба, видно, не судьба. После завоза. Видно, не судьба, видно, не судьба. Ой. Sitting, I stay, live on a wing and a prayer. Swing like my vision impaired, getting it clear. More than a shower of tears, minutes to hours to years. All of that dirt, digging for all of its worth. All of that work, calling it first. Walk like I'm walking to church, that's how I walk on the earth. Live on a prayer, balance is dripping the flare. Money we flip in the air, simple and fair. None of these niggas compare, telling the truth for the dead. All of that dream, all of that giving my team. Hustle for all that it means, power and scheme. Talk with the pharaohs and rage, walk with the valley of kings. Walk with the feet of the prophet, no weaving, no bobbing, no wheezing. And speak to the coffin, and we can just call it believing. And all of the things that the people can see when I'm talking. I reach for the stars, and my teacher responded. The evils will try to defeat all your progress. I'm meeting regardless, the energy's harness. I look deep inside when I'm seeking, we're gone. Джинсы-то какие моднючие-то, ой. Хилфигеры. Ну-ка уйди отсюда. Во, Лакос, джинсы, набери, бро. Арик, отвечаю. Вот, набери. Красава. Вот, 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 вот. Это точно что-то крутое. Я вам вот Чинер сквинтер. Пацаны, самый жир. Они смотрят мне в рот, мой рот. Но их слепит white gold, white gold. В моем стакане Pink Floyd. Бля, я хочу такую футболку, чувак. Отвечаю. Ну там Флойд вообще-то через П написано. Я знаю, но она просто прикольная. Смотри, на, бля, я тебе дарю 5 футболок таких. Не знаю. Да. Вот это с желтинкой. Вот это с соринкой. Они, смотри, они все такие, это, оверсайзовые. Ты как раз любишь, типа, по хип-хопчику, понял? Хейл, хейл, они все хейл? Не знаю. Да, они вообще все хейл. Volkswagen. Еще прикольная футболка. А, не смотрят, не, бро. На Экслепе. Спасибо, брат, держись. Да не, брат, повесь. 5 штук тебе. Бро, 5? Да. А я тебе вроде 5 дал. У меня 6. Да мне вообще по говну, пацаны. А мне вообще ничего, пацан. Смотрите, Чемис Лакос с белым крокодилом. Ну-ка проверяй на оригинальность. Я тебе это доверяю. Бирки, бирки, сразу бирки. На рубашках не делается. Ну-ка. Ико. Ох, нихуя, можно, тогда блин, можно полы мыть нормально. Носорогом этим, как раз протаранит всю пыль, на. Говно, короче, дальше. На, держи, бро. Подарок на НГ.
И как ты думаешь, что это такое? Не знаю, Стон Исланда. Да, дырявый. Да, это Хелли Хенсон, Collapse of White, видишь? Оф сер, оф серый, как будет? Оф грей, блять. Оф грей. Держи, братан. Смотрите, что у него есть, оф вайт. Ну-ка, что у тебя? Оф уайт. Подожди, там гребень какой-то еще на жопе написан. Временный. А бирки покажи. Ну-ка, оригинал, я тебя за шмот хочу спросить. Бля, ну тут все честно, да. Мамут. Мамут. Пацаны, это что? Это Джек Вольфсканг, который висит третий за вас под... Это шикарно. Ну нет, вот этот Кархарт тебе действительно идет. Особенно вот этот гребень показывает твою сущность петуха. Надо вот так вот. Ой, как обидно, блядь. Вот, смотри, вот так вот тебе идет, Натуре. Ну-ка, чуть пониже. Во. Эшкерри. Оф-вайт просрал. Чё, издеваешься? Чё, вы чё гоните? Это шарф Оф-вайт коллаборация с Барбари. Бля, вы чего гоните? Это как можете? Как вот так вот можно шарфы такие просирать? В общем, если зайти еще в одну сэшку, смотрите, что сразу же. Это Gucci Gang. Made in Italy. Ты на швы посмотри, давай по швам попалим. Типа, если швы нормальные. Да нет. Ну такое себе, ну не знаю. Да необыкновенно. Не, я тогда пробивал эту бирку, понимаешь? И вот это вот 0.69 VIP, по-моему, дали там. А, ну, U8 VIP. Она пробивается, но там тебе пишет говно. Нет, не дубляй, она ебана. Очень говно, да? Дядя, хуёво. Ну еще галстук Хуго Босса. Также, пока я иду в другой секонд-хенд, я хочу тебе порекомендовать Свалка. Свалка — это тот проект, который мы создали с Максом Ирискиным. Там абсолютно любой человек может продать свою вещь или также купить другую. Ссылочка в описании. Ты полчаса здесь стоять. Олег проебал, блять, место в сэшке. Сука. Чего, ничего. У нас завоз на 4 сезона, Олег, что скажешь? Я был там, где не был ты. Посмотри мои драчки. Я был там, где не был ты. Да все, прекрати. Нашел шапку Кархарта, это Ральф Лорен спорт. У меня вот такая Ико Томми, еще Томми. Ну это на более-менее еще цвет Томми субсидия. Бать, что ли, решил прикрепить? Нет, просто близко Джека. Вон бенч симпатичный, где сон Джек XL, OL. Это L? XL. Хуйня. XL. Хуйня. Чуваки, все хуйня. Жора, все хуйня, давай по новой. На этом кончается мой видеоролик. Надеюсь, тебе он понравился. Ты подписался на канал, написал комментарий, поставил класс этому видео. Ну, а все подписчики, которые до этого меня смотрели, которые меня до сих пор смотрят, ждите новый видеоролик ровно через 5 дней на моем канале. Также не забывайте открыть описание, там будут абсолютно все треки из этого видеоролика. Также не забывайте посмотреть другие каналы, это канал Макса Рискина, канал Олега Михаленко, то есть Хохла Андреевича. Очень-очень много полезных ссылок ты найдешь в описании. И также вообще любой человек, абсолютно любой, один хороший совет, чтобы... Не тратить себе нервы, ничего, почаще, просто почаще читайте описание. Когда я смотрю видеоролики на ютубе, я стараюсь почти на каждом открыть описание и почитать, потому что если будет в видеоролике какая-то неточность, автор этого видеоролика просто заметит ее после того, как он ее выложил, он обоснует это или в комментариях, или обоснует это в описании. Так что, вот такие вот пироги. До новых встреч! We'll be right back.
как только примадону Максон. Кто тут в форме, тот кто ядовитый.